хочется немножечко поговорить об отношении человека. Почему человек сегодня садится за руль? Ведь ДТП из-за одной ошибки не бывает. ДТП – это всегда сумма каких-либо ошибок. И, возможно, эти ошибки начали суммироваться еще вчера. А стоило ли мне сегодня за руль садиться вообще, если я вчера, скажем так, хорошо праздновал какое-нибудь мероприятие? Если человек не выспался, вот планирование поездки, человек не выспался, но решил будильник поставить на полчаса там попозже, подольше поспать. А потом на дороге начинается спешка. Я не успеваю, я тороплюсь. И это тоже играет против нас, любая спешка. Все-таки мотивация такая, что пришлось человеку, несмотря на погоду, садиться за руль и ехать по своим делам. Нельзя переоценивать собственные способности и возможности своего автомобиля. К сожалению, очень много ДТП случается того, что водитель на дороге начинает требовать от своей машины того, что, на что она просто не способна. Не все знают характеристики своих машин. И, ну, поэтому, понадеясь опять на авось или на супер-пупер электронику, которая оснащена машина, выезжает на дорогу, доверяясь ей. Но всякая электроника, она работает в определенном диапазоне. Возможности у нее ограничены. И поэтому тут нужно соизмерять собственные способности и возможности, как я сказал, автомобиля.